Недавно появилась такая обнадеживающая, хорошая информация, связанная с ракетами средней и малой дальности. Нас это волнует, потому что Беларусь является участником договора. Договор на сегодняшний день практически разрушен, но появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты. Я, в свою очередь, недавно сказал о том, что мы ни в коем случае не будем инициаторами нехороших дел по разрушению этого договора. Более того, мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Беларуси для того, чтобы усложнять обстановку, если это не угрожает нашей безопасности. Но эти два заявления с Запада и с Востока убеждают меня в том, что нам не придется в Беларуси прибегать к этим крайним мерам. На это у нас нет ни желания, ни лишних денег, потому что это не дешевое мероприятие. Ну и история нашего народа, вы ее хорошо знаете, мы вместе тогда с Соединенными Штатами Америки боролись против фашизма. Мы тогда потеряли треть населения. Нам не хотелось бы снова, чтобы на территории нашей Белоруссии запахло жареным.